Всем привет и добро пожаловать на канал Плутхом. Мы с вами продолжаем прохождение Prison Simulator. И прошлая серия у нас была очень насыщенная на разнообразные действия. Надеюсь, и сегодня игра не разочарует. Что касается задач на сегодня. Во-первых, написано, надо добраться до морга. Именно туда мы и направляемся. А дальше надо будет поговорить с Кэрри Джексоном по поводу коржиков. Ну, печенюшек. Хотя я еще в прошлом видосе об этом говорил, что абсолютно без понятия, где их взять. Дело в том, что в торговых аппаратах печенюшки больше не продаются. А при обысках и обменах мы их тоже найти не можем. Следовательно, тут есть два варианта. Первое, либо мы просто откажемся от выполнения данной просьбы, либо все-таки найдем какие-то варианты. У меня есть догадка, надо будет, наверное, попробовать зайти в столовую. Возможно, там какие-то есть возможности сделать заказ на общие нужды, и оттуда мы возьмем нужное для нас количество, чтобы отдать Кэрри Джексону. Ну, мы, да, это уже будем решать по мере поступления, а сейчас мы вот находимся в морге. Я вижу, у нас на столе лежит черный мешок, это с телом, конечно же, и из него торчит другой мешочек. Маленький, с беленьким веществом. И я, наверное, тоже догадываюсь, что это такое. Ну, давайте проверим мешок. Ну да. В принципе, как и догадывался, как и предполагалось. Берем маленький пакетик, смотрим, что здесь. А, кстати, его полностью не забрать, только можно вот так вот осмотреть. Ну, положить на место, застегните сумку. Угу. Ну, у нас здесь контрабанда в чистом виде. И единственное, только, знаете что... Раз такие объемы они возят, ну, естественно, там внизу лежит тело, да, они сверху просто накидывают пакетики. Вопрос-то не в том, как они поставляют и то, что они это вообще делают, а дело-то в том, что они, получается, это где-то здесь производят. Понимаете? А это жесть вдвойне. А сейчас нас еще попросят, чтобы мы отнесли мешок к воротам, то есть я должен его взять и туда тараканить. Вообще без палева, да? Полный, а, кстати, смотрите. Есть пакетик. Точнее, наоборот, есть пакетик. Нет пакетик. Ну, да, это такая, через текстурку у нас вылезает. В общем, будем пробовать. Давайте смотреть, как это будет выглядеть. А, вот так даже. Я понял. Я думаю, мы прямо такие на себе понесем, либо какую-то там, не знаю, переноску возьмем. Ну, все оказалось намного проще. Хорошо. У нас свободное время. Тогда предлагаю сейчас... А, ой, смотрите, а у полицейского, точнее, у охранника там есть задание, пойдем посмотрим, что он хочет. Да, предлагает свободное время потратить. Блин. Новичок, прием, ты мне нужен. А, в чем проблема? Конец связи. Хоть один ответственный человек в этой двери. Какой-то придурок потерял несколько комплектов тюремных ключей. Быстро метнулся и нашел их как можно скорее, пока их не нашел какой-нибудь заключенный. Не отлынивай, у нас мало времени. Понятно, надо сделать досмотр. Я только хотел вопрос с коржиками решить. Я только хотел, думал, заскочить сейчас на тюремный двор, где прогулки идут, пообщаться с охранником. Что у него есть там за задание, может быть, какое-то есть интересное для нас поручение, на чем мы можем заработать или поднять репутацию. Ну, сейчас посмотрим, да. Значит, быстренько к тебе подойдем. Вот тебе, кстати, свободное время, да, свободное время. Иди ищи ключи. Здорово. Хочешь заработать немного денег? Ну, смотря что, да, все. Это, да, это зависит от того, чего ты хочешь. Надо, чтобы Мигель Хугис получил по заслугам. Другой охранник. Нет, я не буду уходить их сбивать. Мне это интересно, извини. Найди меня, если придумаешь. Да, хорошо. Я думал, скажешь там, принеси мне тур там, или, не знаю, там, помоги там разобраться с чем-нибудь, или помоги там эту штангу подержи. Вот это было бы классно. Один охранник просит, чтобы я сбил другого. Ну, блин, ребят, это too much. Ладно, значит, что у нас? Комната блока Б, комната досмотра и столовая. Ключи первые вижу. Собрали. Дальше, камера блока Б. А, ну это прям далеко, да, это надо туда бежать сейчас. Это кладет и здесь, да, у нас должно это быть. Камеры блока Б. Прямо в камерах. О, слушай, ну... Хотя нет, смотрите, вот здесь она подсвечивается. А, господи, вот я слепой, ты посмотри. На самом видном месте. Ну и столовая. О, сейчас заодно давайте с Кэрри Джексоном сразу поговорим. А, походу, он сам хочет отменить задание. What you want? Где мои печенюшки? В общем, что ты хочешь? Почему их нету? Задание отменилось. Понятно. Ну, вот так, видите, вопрос сам по себе решился. А ты что хочешь, Сань? А ну-ка. Эй, у меня есть для тебя одно дело. Думаю, тебе понравится. Слушаю. Ты показал, что ты хороший человек. Ты почему бы нам не заключить сделочку? Ты не можешь брать мои вещи. Неважно, что это будет. А я дам тебе долю, если заработаю немного денег. Это должна быть неплохая сумма, если никто не будет меня беспокоить.
Ну, многие просили, чтобы я начал немножечко как-то так по альтернативному пути играть и проходить. Ну, давайте попробуем. О каком проценте идет речь? Скажем, 5% от моего дневного дохода. 10 звучит лучше. 6, 8. Хорошо, 8. Отлично, как, точнее, как насчет условий этой сделки? Все просто, каждый день ты будешь получать 8% от моего дохода. Тебе не нужно приходить ко мне. Деньги сами найдут тебя. Но ты не должен конфисковать ничего, что найдешь во время обыска. Неважно, разрешенные или запрещенные это будут предметы. А что если я что-то возьму? На первый раз я закрою на это глаза, но если ты опять что-нибудь конфискуешь, я расторгну нашу сделку, и ты больше не увидишь денег. Понятно? Да, окей. Ну, пожелай мне удачи. Чем выше мой доход, тем больше денег ты получишь. Ну, вот так вот, понимаете? Вот так вот мы ступили, ну, на скользкую дорожку. Ну, как говорится, все ради игрового интереса, да? Но в реале, ребята, эти вещи осуждаю. Очень сильно осуждаю. Так, ладно. Столовая. Где у нас она находится? У нас столовая находится... Так, столовая у нас находится... Столовая у нас находится вот здесь. Мы почти что рядышком, да? Ага, вот, собственно, она... Слушайте, ну здесь ключи. А, ну вот они прямо здесь, ты посмотри. Забрали. Отличная работа, новичок. Большое спасибо. Не думал, что у тебя получится. Да, без проблем. Сказать, можно в следующий раз просто следить за своим говном. Давай так скажем. Вот ты говоришь с офицером. Следи за своим тоном, конец связи. А, подожди, ты же нашел 4 комплекта ключей? Нет, я нашел только 3. А, черт, один комплект пропал. Наверное, один из этих идиотов потерял его где-то. А, возвращайся к работе. Хорошо. А, так, значит, белый бизнес. Обращайте внимание на необычное поведение. Угу. А где? Где мне это обращать внимание? Тут, мне кажется, тут абсолютно все ведут себя необычно. А, кстати, да, слушайте, а по поводу камеры. Она была поломана. И вы писали, что ее надо как-то отремонтировать. А хотя нет, смотрите, все готово. Пойдемте-ка, наверное, сейчас знаете, что сделаем? У нас хоть и есть свободное время, но я лучше пойду пообщаюсь с коллегами, и, возможно, мы на что-нибудь потратим деньги. Во-первых, нет кабинет нас интересует, офис начальника тюрьмы. У нас 7 уровень, и есть уже $900 в общей казне, да? Пистолет нас не интересует. Давайте посмотрим в мастерской. Нет, молоток, наверное, пропустим. Тюрьма, ящики, гантели. Это уже куплено. Камеры дополнительные. Требуется 12 уровень. Гантели, стулья. Шкафчики, постельное белье. Давайте постельное белье посмотрим. А, $1000 стоит. Ой, слушай, ну это дороговато, конечно. А по поводу шмоток, $400. Нет, я думаю, наверное, мы пока оставим вот такой формат. Это низ, камеры. 2000 апгрейд будет стоить. В туалетах скины. За 400, может быть, взять такие более-менее нормальные, да? Абсолютно у всех, чтобы был хороший, отремонтированный, нормальный туалет. Вот, давайте выберем его. Купить для всех. Шикарно, у нас рукомойники есть, туалеты поменены. Заключенные должны быть довольны. Потихонечку, понемножечку, конечно же, мы это все дело модифицируем и меняем. Ясно, дальше, значит, раковины мы уже покупали, другие ставить не будем, скины на кровати, $700, ну, к сожалению, мне чуть-чуть не хватает, но, думаю, тоже как раз-таки вот эту версию мы возьмем, и нам будет просто замечательно и здорово, как говорится, не стыдно за свою тюрьму, да? Ящики, ну, это понятно, за решетки сами по себе, здесь требуется 8 уровень, постельное белье мы смотрели, требуется 1000, стулья. Выглядит не очень, но заключенный наверняка оценит дополнительные места для сидения. Можно изменить внешний вид, приобретя новый вид в разделе скины. Понятно, давайте купим. У них теперь еще табуретки тут будут, всякие стульчики. Угу. По поводу скинов у нас... Надо будет взять за 500 вот этот. Ну, когда денежки появятся. Отлично выглядит, просто очень круто. Гантели мы покупали, шкафчики $1000 купить. Ну, да. Дальше, что у нас тут еще есть? Дополнительные блоки мы точно сейчас брать не будем. Радио. Пропустим. Душ. $1000. Мастерская. Здесь уже по 1000, по 400. Хотя вот здесь, смотрите, можно купить еще дополнительное рабочее место. Ладно, пока подождем, да? Пока подождем, пока немножечко подкупим еще деньжат. Сейчас сами потратим свои собственные. Если у нас еще есть одно свободное очко, которое мы можем вложиться. Новичок, что тебе? Я хочу чему-нибудь научиться. Да, у нас есть одно очко, которое мы тратим, тогда...
Мы тратим его... Орлиный глаз, наверное. Ты можешь легко сравнить подозрительные данные, чтобы убедиться в их корректности. Щелкни по двум фрагментам текста и изображения. Проверка документов и прием заключенных. В общем, ну давайте, да. Купить. Шикарно. Это у нас все есть. Ну и все. Свободное время теперь у нас. Либо подкачаться. А, хотя стоп. А, ну это камеры проверять я не хочу. Вообще неинтересно для меня задание. По поводу Дарца, по-моему, писали, да? А Дарц у нас вон там. Сейчас посмотрим, сейчас проверим. Я тот еще, ребята, снайпер, поэтому очень большая вероятность того, что я просто, наверное, проиграю. А, вот ты, да? Эй, ты хочешь играть в дартс? Я знаю много вариантов в этой игре. Какой из них хочешь попробовать ты? Да без разницы, давай. Хороший выбор, я расскажу тебе правила через минуту. Но, может быть, ты хотел бы почувствовать дух соперничества, как насчет ставки? Давай начнем с десятки. Хорошо, но уровень сложности будет низкий, ты согласен? Да. Так, игроки стараются сделать как можно больше ходов в каждом раунде. Цель стоит в том, чтобы попасть в число, соответствующее номеру раунда. Угу. Например, в первом раунде игроки должны выбить только по одному очку, чтобы получить баллы. В каждом раунде сигнал соответствует одному ходу, дабл 2 ходам и трипл 3 ходам. Угу. После 9 раунда побеждает игрок с наибольшим количеством ходов. Ну, ясно, будем пробовать сейчас. Охренеть. Что, у нас первый раунд, получается, нам надо попасть вот сюда же, да? А, даже вот так вот здесь. Блин, я же сказал, мы тут сейчас все профукаем. Я вообще не понимаю, как это работает, если честно. Охренеть. Я вообще что-то не вкуриваю эту тему. Промах. А, сейчас второй раунд, да? Значит, получается, двойку надо найти. О, отлично. То есть смотри, как пошло. Промах. Хорошо. Дальше, третий раунд. Нам нужна тройка. Ок. Ок. Слушай, а неплохо пошло. Пока побеждаем. Пока все отлично. Дальше, пятерка нас интересует. Вот сюда ее, наверное, попробовать выбить. Блин! Зажать забыл. В смысле промах? Я ж попал. А, четвертый, ё-моё! Я на цифру 5 смотрю, игрок. Вообще не туда смотрел. Вот сейчас пятерка точно у нас будет. Раз. Два. Угу. Прямо все, тютелька в тютельку. Шикардос. Девятый раунд. Ничего будет, походу. Провал. Ну, в общем, смысл я понял, да. Потратил немножечко деньжат, буквально копеечки, ничего страшного. А, смысл ясен, да, наверное, буду за кадром подфармливать периодически. Сейчас у нас задача добраться до столовой. Мы, в принципе, почти что уже здесь. Ох, нифига себе. Так, в столовой могут возникнуть различные проблемы, от отравления до пожаров и классических драк. Реагируют в соответствии с ситуацией. Могут быть моменты, когда кто-то призывает к бунту. Обратите внимание на того человека и в случае необходимости останови его, пока он не утащил за собой толпу. Как в тюремном дворе и в столовой тоже есть минимальное время, но продолжительное время на обед будет полезно для уважения. По достижении минимального времени запомни соответствующую команду. Понятно. Соблюдай порядок. Ну, будем пробовать. Будем пробовать. Подошли потихонечку все. Покушали, взяли там. Как они быстро берут, ты посмотри. Очень быстро. Но здесь какая-то по-любому будет сейчас потасовочка. Вы посмотрите. Нифига себе, главное, вот это я понимаю, стулья. А это что за барные стулья здесь такие? А еще и непривинченные, самое что интересно. Куча элементов, которые торчат, и можно как-то использовать. Что с твоей головой, а? Стивен Джексон. Ё-моё. А, ты, он ушами ест, посмотрите, он в уши заталкивает. Охренеть, а ты что? Ты сейчас совсем подзадурил, голова, блин. Ну-ка, поговори с тобой. Хочешь вызвать меня на танцевальный поединок? Блин, танцевать, что? Ну, давай попробуем. Я перетанцую только, если ты победишь меня в танцевальном поединке. Ой, точнее, я перестану только, если ты победишь меня в танцевальном поединке. Хорошо. Раз уж наставишься поединок. А как танцевать? Вот и все. Я победил.
Нет, смотри, can't stop movie. А, ну то есть это так специально сделано. Следующий. Встаем. Встаем, идем кушать. А то следующего раза у тебя не будет. Еще один, смотри, ушами заталкивайте нам все, что только можно. О, боже ты мой. Что вы за люди? Что вы тут, блин, делаете? Он Санек, кстати, кушает. У нас там договор, видите, белый. Можешь мне поговорить? А что, хочешь куснуть? Не хочу. Все хорошо, все нормально. Прием пищи продолжается. О, у нас эти респект сейчас поднимается потихонечку. А что нас сегодня кормят? Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, вроде как выглядит аппетитненько, да? Тут какой-то рагу, картошка, наверное, жареная, запеченная под сметаной и сырком, да? Или, может, майонез вместо сметаны? Хотя, может, я не знаю вообще, что они здесь находятся, но выглядит действительно неплохо. А тебя я помню, кстати. Тебя я помню. Ладно, пускай они кушают по максимуму, чтобы вот это время было на пользу. Как будто бы головы не туда у него. Такой горбун из Нотр-Дама. Скучая по маминой готовке. Блин, ну ты нашел, что сравнить. Конечно, тюремную баланду и маминые вкусные котлетки с пюрешкой там, господи, да все в чем угодно. Блин, ну мама вообще готовит офигенно. Любая мама готовит всегда офигенно, особенно для своего ребенка. Поэтому тут, конечно же, даже без комментариев. Абсолютно без комментариев. Надо, кстати, будет как-то к маме на деньке заехать. Перекусить. Задание выполнено. Угу. Ну что, кушайте там все такое. Свободное время. Ну, я, наверное, просто подожду. Хотя, может быть, наверное, нет, не буду ждать, схожу подкачаюсь. Так, у нас все есть пока. Или даже вот что я сделаю. Здорово. А, что такое, хочешь подраться? Да, найди-ка мне нормального соперника. Так, где... О, ты смотри, а? Сразу же сходу. Плюс 5 силы. Вот она как растет, понимаете? Все классно, здорово и замечательно. А это тот же самый, да, по-моему, который хочет, чтобы я избил Хэнса Хунсена какого-то там? Все зависит от того, что надо сделать. Мигеля Хугис. Нет, мне это не интересно, понятно. Подожди, стоп. Так он и есть... он ненавидит Мигеля Хугиса, а его зовут Мобеге Убанту какой-то там. Оставляем. Иди в офис начальника. Сейчас посмотрим, что там нас будет ждать. И нам надо будет еще рассмотреть заявление. Так, задача — проверка заявок. И так, при проверке заявок важно придерживаться рекомендации на день. Угу. Проверь электронную почту с инструкциями на своем компьютере. Сообщение найдешь под значком конверта на рабочем столе. Проверь достоверность подписи и штампов. Заключенные часто их подделывают. Обрати также внимание на формулировку заявки. Если считаешь, что заявка все в порядке, можешь одобрить зеленым штемпелем. Ну, угу. С другой стороны, если у тебя есть возражение, отвергни его, используй красный. Понятно. Ну, смысл такой же, как и при проверке документов, когда мы отправляем кого-то, да, на свободу. Так, а где мне это взять-то? Мы получили информацию об ошибочных письмах о помиловании, которые поступили сегодня. Все помилования, подписанные в мае, недействительны. Ясно? Ну, вроде как здесь все отлично. Номера совпадают. Ну, да, такие примитивные быстрые цифры можно так увидеть. А вот по поводу мая. Что-то я тут месяц не вижу. Время — семерка, срок наказания 20 лет. Не соответствует. А, да, здесь звезда темная, здесь светлая. Угу. Ну, я думаю, тогда, наверное... Да, здесь совпадает. Прошу предоставить мне разрешение для отъезда на 7 дней. Моя дочь выходит замуж на Гавайях. Ну, к сожалению, печать-то фейковая. Ага, вот у нас как раз здесь есть. Если несоответствие идет. А подпись охранника блока С, ну, здесь соответствует она. Ну, это оригинал, да, у нас идет. Берем туда красную. Облом. Дальше.
Значит, запрос от Даниэля Родригеса. Прошу вас обратить внимание на проблему с крысами. Их все больше, и они продолжают наглеть. Они уже съели мое мыло, в моей обуви устроили сортир. Если мы в тюрьме, это не значит, что мы должны жить в таких же ужасных условиях. Прошу вас принять меры как можно скорее. Подпись вы видели, какая, да, замечательная стоит? Просто охренеть. Блок А. Я просто не понимаю, как тут подпись заключенного. Ну, хорошо, он поставил свою подпись, ладно. Ничего не имею против, давайте примем меры. Следующее. Так, прошу выпустить меня на 14 дней, чтобы я смог навестить свою мать в больнице. Она серьезно больна, и боюсь, ей недолго осталось. Ну, мама, эта тема святая, конечно же. Сейчас мы на всякий случай проверим вот так и вот так. Угу, совпадает. Здесь подписи, я вижу, у нас нормальные вроде как. Номер блока совпадает. Срок наказания 21 лет. За хранение пиратского ПО сидит. Ну, думаю, давайте, наверное, поставим зеленую, да. Следующее. Уважаемый надзиратель, мы не получили вашего ответа по делу заключенного Михаила Т. Дэвиса, а также по возможности его немедленного освобождения после внесения соответствующей суммы. Нас это совершенно не устраивает, и скоро вы в полной мере испытаете последствия своей медлительности. Мы берем дело в свои руки с уважением членов семьи Ломбарди. Хорошо. Просто спасибо за это, держи в курсе меня, ладно, чё. Прошу завести на тюремную кухню больше овощей и тофу, потому что ассортимент блюд для веганов совершенно уныл. Я могу есть только картофель и салат. Нормально ты, конечно, слушай. Ну, не, я, конечно, понимаю, должно быть всем хорошо, комфортно, и, ну, это, по-моему, вообще перебор. Потом скажешь, мне этого мало, мне нужна какая-нибудь говяжья вырезка, мраморная там, да? Ну, чувак. А, ну ладно, давайте, наверное, сделаем завоз. Задача выполнена. Рассмотрено заявление. Вроде как все сделали правильно. Маленький процент мы получили именно по тюремной охране. Именно рейтинг. Свободное время. Ну что ж, свободное время мы тратим... Пойти, кстати, может оружие отремонтировать? Нет, не медкабинет. А вот здесь... Я забыл, как уже отстегивать здесь. Готово. Готово. Все вроде. Нет, не хочу. Во, готово. Шикарно. $10, 21%. И потихонечку немножечко подняли. Иди в комнату досмотра посылок. А что тут пикает? Случайно бомбы-то нету, алло. Сейчас посмотрим. Чисто. Ага. Так, стоп, подожди, это чай-коробочка, кстати, у нас. Ага, это Том Лохей, понял. Туда можно открывать. Я думал, вдруг Балтимора. Забрать. Закрываем. Это прямо рядышком пикает, да? Походу в этой коробке. Здесь чисто.
Логично. Уже достаточно быстро так проверяем, понимаем, где что находится. О, забрать. Да, здесь все. Закрыли, только одна была бритва. Проверено. Вот это, походу, пикает. Да, это она. Я понял. Это, наверное, той компании, да, у нас? Так, 2 минуты 57 секунд. И что мне надо сделать-то? А, так, АБ. Я вообще что-то не понял. Подождите. Перерезать АБ 2 минуты. Просто поменять местами, что ли, или что? Так, дальше что? Он оф, ключ засунуть, батарейки вытащить. Сейчас взорвется же. Нафиг тебе. Нельзя выйти. Я не очень понимаю, что здесь надо сделать. А, Б, что? А, вот здесь, наверное, повернуть надо сюда. Так, вот так вот встраиваю тебя. Ну вот, по идее, она, наверное, все-таки так должна как-то проходить. О. Так, с АБМ... А, все, я понял, с АБМ мы вывели. Оф. Да, бомбу разминировали. Здесь тоже все сделали, зеленым загорелось. И до свидания. Правильно? Правильно. Закрываем ее. Я сначала реально что-то тупанул, ну, не догнал, как-то больно быстро, и время пошло, я тут батарейки повытаскивал, но батарейки вытаскивать, соответственно, время ускоряется. Ну, ладно. Главное, ничего не взорвалось, и все отлично. Продолжаем дальше. Обыски. Здесь у нас пусто, здесь у нас что? О, торчит что-то забрать. Здесь что? Ага, это мы просмотрели. И все, да? А, нет, не все. Да, теперь все. И на полочку. Так, плюс репутацию получили. Здесь зал совещаний, поговори с охраной. Ну да, закрываем день. Готов отчет туда. Иди в комнату для свидания. О, сейчас будет, походу, тут что-то интересное. А, посещение заключенных, да? Идет у нас. Иди к столу. Какому? Сюда, наверное. О, какой тут романтик, ты посмотри. А какому столу? Странно, как-то они тут разговаривают, да, между собой. Так, к нему мама, походу, пришла к нему, ну, видно, супруга, может быть, либо, наверное, дочка, скорее всего. А к какому столу мне надо идти? Я вот здесь нахожусь. А, они ожидают, типа, с ними пообщаться. Ну, что? Время вышло, шевелись. Мне нужно больше времени. А, ладно, хорошо, только не слишком долго. Давай, там, стоп, может, пообщаемся, там, лохи, время вышло. Давай, плюс респект еще. Время вышло. А, он все, уже уходит. Стол освободился, и получается, что кто-то другой придет, да? И много вас там? А, мне этого не дают выйти. Ну, в общем, принцип ясен. Он получается такой же, как и в душевых кабинках. Понятно. Что там у нас? Вейтинг второй, да? Получается, стол ждет. Что теперь? Время вышло. Ты свободен. Ты тоже свободен. А, у тебя было достаточно времени, пора расходиться. Ну что ты сказал, я могу остаться, тогда я остаюсь. Привет, парни, он не хочет уходить, поможете ему передумать? Его просто сейчас его местное задолбенит и все. Только что поднял респект, а теперь минус уважения, ладно. Давай, не, вот по-нормальному, по-хорошему ты не понимаешь. Да, так что отваливай. Что? Время вышло. Ну ладно, я надеялся, что ты меня не заметишь. Как-то больно быстро они пообщались. Мама к нему пришла сразу, видно. Ну, мама это святой, потому что подождет. Посидит, пообщается. А у тебя еще. А, у тебя еще время есть, да? Во, закончится на тебе. Я могу тебе чем-то помочь. Да у тебя время вышло. Может, я еще немножечко останусь? Ну ладно, давай чуть-чуть. Но потом опять мне скажут минус респект. Вот понимаете, вот в чем фишка-то. Так, у него еще время есть.
А у тебя что? Все? Что теперь? Время вышло, шевелись. Ну ладно. Я надеюсь, ты меня не заметишь. Замечу. Я всех замечу. Все. А время вышло, прошу к выходу. Еще минуточку, пожалуйста. У вас было достаточно времени, пора расходиться. Ну ладно. Самое интересное, а как бы нам кого-нибудь туда, может быть, пригласить? Здесь так, это отличное местечко, типа, чё-то романтик. Он еще и продает что-то. С адвокатом, наверное, сидит, да? А, так, у него еще время есть. Третий, получается, да, у нас пообщался. Да. Время вышло. Серьезно, ладно, я готов идти. Давай. Ну, ясненько, ну, понятненько, да? Я могу тебе чем-то помочь? Время вышло. Может, еще немного останусь? Ладно, давай. А у тебя? Одна секунда остается у него. Что теперь? Время вышло. Эй, друг, у меня тебе предложение. Можно мне пойти в комнату для личных встреч? С мамой? Серьезно? Ну, ладно, там все свободно. Ну да, инцест – дело семейное. Эти самые, можно туда сами зайти тоже? Хотя, может, он просто захотел с мамой побыть наедине, да? Не мешай. Что за фигня? Я просто проверил, а теперь ухожу. С ума сойти. У нас остальные тоже сейчас ждут, да, уже? Что теперь? Время вышло, ладно? У тебя тоже время вышло. Достаточно было времени, он хочет еще 10 секундочек. А, что ты меня спрашиваешь? Спросите, кто ждет тоже. Намек я понял. Вот так вот. Тук-тук. А, что, не видишь, что я занят? Время вышло. Вышло? Ничего подобного, у меня еще куча времени. Ладно, у тебя еще минутка есть. Просто посиди, пообщайся с мамой. А, так, у тебя время... У тебя, получается, время заканчивается. Ну, время вышло. Что, уже пора? Ладно. А у тебя что? Что теперь? Время вышло, шевелись. Ладно, немножко побыть еще. Мы же так респект поднимемся, слушай, неплохо. Не у всех, конечно, но все-таки. Что теперь? А, у него... Ну, давай, 3, 2, 1... Поспеши, я чуть-чуть. Мне нужно больше времени, хорошо? А эти там как? Все, вот теперь реально все уже, чувак. Сам знаешь, время вышло. Кстати, об этом, можешь добавить мне времени? У тебя было его достаточно? Ладно. Ну вот и все, нормально пообщались они. Вон дверь закрывай за собой. Все ждут нас. А время вышло к выходу. Ага. Ну, остальные так и так тут остаются. А у тебя какие задания есть? Эй, Коп, хочешь поразвлечься? Я хорошо заплачу. А что происходит вообще? Сбился мне волосы такой-то чувак, Кэрри Лорсон. Да, я знаю его. Но я не хочу, чтобы просто разбить ему лицо. Это слишком просто. И я хочу, чтобы он подольше мучился. Будет забавно проучить его. Ты просто должен добавить это в его еду. Что это? Слабительное. Добавь это в его еду, и он в космос улетит на реактивной тяге. Сколько платишь? 25 сейчас, 25 потом, когда он начнет болевать и гадить дальше, чем видит. Я в деле, давай. Курто, ты знаешь, что делать? А как это сделать? Лучший вариант добавить в его еду, разве это будет трудно отличить его от тарелки? Угу. Поговори с дежурным, который разносит подносы. Может, ты договоришься с ним. Почему бы не отдать ему этот приказ? Ни за что. Дежурят собаки женского рода из другого блока. Я с ними не разговариваю. Откуда это у тебя? Это разве не я? Конечно, не я. Твои ребята проверяют все, чтобы поступать в тюрьму. Разве я не прав? Хм. Это законно. Мне его доктор прописал. Смотри, даже не скрытое, а в оригинальной упаковке. Окей, ладно. Можете стоит сходить в столовую, пока нас туда не позвали, а? Да, мы так и сделаем. Здесь свободное время. Так, я торговать с тобой точно не стану. Мне нужна столовая. У нас она там. Ага, вот он. Не сейчас. Почему не сейчас? А, вот этот. Так, что еще, какие проблемы? У меня для тебя есть просьба. Индивидуальные заказы не принимаются. Все едят, что запланировал шеф-повар. Я не об этом. Я хочу, чтобы ты добавил это в еду одному заключенному. Понятно, но это не будет... Но это будет дорого стоить. $20 должно быть достаточно. Ты не думал о волонтерстве. Пусть будет так. Потрясающе. Итак,
Кто сегодня получит фирменное блюдо от шеф-повара? Ну, положите таблетки Кэрри Лерсона в еду. Просто хорошо перемешай, чтобы он ничего не заметил. Да, мы тут не только это подмешиваем. Мы ничего не добавляем в еду, охранников, клянусь. Да, я просто сделаю то, что я тебя попросил. Понятно? Это уже история буквально. Ясно. Готово. Наблюдение за Клэри. Его пока, правда, у нас еще нема. А пока пообщаемся с тобой. У меня дело. Можешь сделать кое-что для меня? Смотря что. Мне срочно нужны сигареты. Ничего бесплатно не бывает. Точно. Доставь мне это к вечеру, я дам тебе $80. Кроме того, я буду крайне признателен тебе. Это очень срочно. Хорошо. Отлично, найди мне, и когда будет готово все. Хорошо. Хорошо. Сиги. Мне где-то надо намочить сигареты. Самый, наверное, простой и быстрый вариант это... купить их в торговом аппарате, если они продаются, конечно же. Но опять же, вопрос цены. Здесь сиги нету, и здесь они не продаются. А они еще до сих пор не кушают, да, у нас? Они еще до сих пор сидят в камерах, кстати, даже выйти не могут. Что? А, хочу кое-что купить, продать. О, сигареты. А, это не то. Это немножечко не то. Это немножечко не те вещи. Хорошо. А у тебя продается что-нибудь? Тоже нет. Слушай, а может быть я могу его взять на обед с собой? Ну-ка. Доброе утро, господин начальник. Доброе утро, господин пленник. Как вы сегодня? Отлично, спасибо. Пообщались так. Ладно. Немножко посидим. Подождем. Главный вопрос, когда он там в столовую отправится. А, во. А, это, правда, мастерская. Это еще в мастерскую они идут. А нам-то надо в столовочку. Ну, у них, наверное, там после еды будет по-любому. Ой, точнее, после работы будет, наверное, еда, да? Следовательно, мы сможем их туда и перенаправить. Кого мы возьмем с собой? А, давайте всех подряд будем брать. Из оленей, наверное. Раз. Ты олень. Ты олень. Два. Ты олень. Нет, ты у нас острая пасть. Тоже острая пасть. Но у нас она тут доминирует, на самом-то деле. Огромное количество именно этих ребят здесь. Тоже острая пасть. Вы посмотрите. Сами тут группировку себе собирают. Олени и глубинные крохи уже потихонечку на нет сходят. Ты олень. Ты олень. Ты олень. Нет, ты не олень. Ты у нас голубь. Пусто, вообще все закрыто. С тобой вообще не хочу иметь никаких дел. Ну все, тогда, наверное, за мной погнали. Давайте, строимся. Готово. Инструменты, нам 4 штуки надо, да? Раз, два, три, четыре. Сейчас не принципиально, на молоток, тебе напильник, тебе следующие и тебе последние. Все, работаем. Работаем, как никогда не работали. Лучшие вещи делаются только здесь, только у нас. А ему не нравится такой автомати, как заклинание какое-то он произнес. Они тут все такие заклинания произносят. Пока вроде как работают все. Причем очень даже неплохо. Он как диджей прямо. Аба-а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 ба
Слушайте, они реально все работают. То есть, если пасть у нас сразу же начинает фырк, отдыхать, а эти прямо труженики. Хватит пиздельничек, у меня перерыв. Это что, преступление? Ты работаешь на полставки, тебе не нужны перерывы. Буду отдыхать столько, сколько нужно. Не указывай мне, когда я могу отдыхать, а когда нет. Хорошо, но не стоит слишком долго, окей? Хорошо, спасибо большое. Да, это, кстати, Том Лохей. Он у нас с ним вроде как респект потихонечку поднимается. Был 35, сейчас уже аж 52 единицы. Это после свиданки. А ты чё у нас как 51? Агрессивный злой олень, да? Возвращайся к работе. Отвали, ты не мой босс. Давай вот так, следи за своим тоном. Говори с рукой. Последнее предупреждение. Немедленно вернись к работе или получишь дисциплинарное высказывание. Я понял тебя, он еще с молотком, да?
Анниса! Что-то ты, походу, чувак, немножечко попутал, да? Переборщил Дэху. Встаем, мы к работе. Как тебя зовут? Ой, у нас пожар где-то. Ё-моё, прямо здесь рядышком. А огнетушитель? Огнетушитель где-то очень далеко, походу. И все стоят. Это такое ощущение, что тюрьму только мне надо тушить. А, нет, ты смотри, он тоже среагировал. Молодец, молодец. Все, шикарно. Ты на него спожег, да? Вонючка. О, боже, ладно, сейчас убираем все на место. А это до сих пор там лохи так и не работает. Ну сколько можно-то, товарищ? А, сколько работы, даже не знаю, на что забить первым. Могу я попросить срочный отпуск по семейным обстоятельствам? А, не хочет, да? Больше никто работать. Хм, слушай, а реально странно. Вот этот вообще идеально работает. Этот пока тоже. А что у тебя с отпуском-то? Я думал, ты уж начнешь работать. Так, да, знаешь, я сейчас немного занят. Это хорошо. Ты для этого сюда как раз и попал. Да уж. Тогда перестань меня дергать. Работаем, работаем. Там пару баксов мы сейчас еще в казну принесем по-любому. Все, забираем заключенных. Собраться. Давай инструмент раз. И потом приготовься к выпуску. Да? Прикинь, да. А, на сегодня закончили. Давай инструменты, наконец-таки. Тоже. Слава богу, мы закончили. Давай инструменты, пожалуйста. И ты тоже самое, дай инструменты. На сегодня мы закончили, наконец-таки, ё-моё. Инструменты на место. Главное, чтобы всех хватало. Дальше, обыск. Ничего нету. Тоже пусто. Что, какие порядочные ребята оказались, да? Немножечко попадай. А, ну конфеты оставим. Пускай будут. А, за мной. Комон, ребят, комон. Что-то они там растянулись так неплохо. Шикарно. Промежка репутации у нас упала у одних, а у других поднялась. Свободное время. Значит, Санек здесь у нас? Санек здесь. Который час? Без понятия, что-то не то. Ах ты, испортил мне шуточку. Нам его даже не жаль. Да, пока мы с ним никак не можем ничего сделать. А, так, 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 так. А, что нам сейчас заняться-то? Наверное, пропустим время. Тренироваться не хочу. Просто пойдем посидим. Что отравление, наблюдение за Кэрил Эрсон. Почему он до сих пор не отправляется в столовку? Хм, а у нас сейчас еще уборка. Ну офигеть. Нормально посидели, отдохнули. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас быстренько здесь приберемся. Что хоть нарисовал-то? Собачку какую-то, да? Это смешно. Очень прямо. А здесь что? The like is like. Типа про пирог, да? Готово. А что-то еще на стене есть где-нибудь? А, тут закрыто у нас. Хотя... Какашку нарисовал, понимаешь? Где моется, там и срет. Это у нас есть. Дальше. А, нас с вами интересует медицинский кабинет и комната с шкафчиками. Что тут хотя бы нарисовано-то? Что надо убрать? А, стулья протереть. Хм, чемоданчик похожий, да? Готово. Ну, здесь всегда какой-то саркотан происходит. Очень всегда грязно. Ну вот, я могу понять, что какие-то остаются следы, да, именно на полу. Но, черт подери, вот это получается, сами охранники и рисуют. Но это же глупо, это немыслимо. Уму непостижимо. Как, зачем? Репутацию подняли, иди за совещание, поговори с охранником. Окей. На этом все, да, на сегодня все. $260 в казну и $41 в карман. Проверка. Нас будет идти надо к камерам. Ну и дальше будем выполнять следующее задание. Я предлагаю это уже сделать в следующих сериях. Если вам понравилось это, обязательно тыкайте ролику лайкос и пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Всех обнял, поднял. До новых встреч.
пока.